Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием «Что? Это гольф?» И у нас тут какие-то брутальные черепахи, которые дэнсят, рыгают, флексят под музон. Рэп. Нужно посмотреть, по какой он этой едет. Он сам ко мне приехал. Сбей флаг. Поражение. Испытание пройдено. Только почему-то я слышал звук скейтборда. Это шо, отсылка на Бивиса и Батхита? Влево, право, лево, право. Вон направо. Там музыкальное что-то, а там черно-белое. Панель в черно-белое. Темные улицы. Вау. Ну слушайте, музыка из Агента 1987. Два удара. Ладно, да, все-таки два. Готово. Не, повторяюсь. Если же идти чисто вот по первому, да, то есть до забива, можно выиграть. Очень быстро можно выполнить. Откатись. Так, погнали. Опа. Очередная ссылка. Вот это на самом деле я не знаю. Типа паук и скелет. Одно из двух. Либо это к Dark Soul относится, а либо к Little... Маленькая лампочка, короче, не помню. Картины. А, это музей. Нихера себе. Ну. Кул. Ладно, по теням можно понять. Что? Ай, блядь, он меня цеплял! Серьезно! А, я думал, сейчас такой на начало пути я такой. Класс. Кто-то за 9 земель отправил меня. Сука. На самом деле это вообще тоже не сложно, но... Чё-то я улетаю. Как так? Ладно. Справедливо. Справедливо. Ну
крутые клюшки. Согласен. Бля, сколько? За 3. Так, а хватит ли мне здесь? Подождите. Раз. Раз. Да ёлки-палки. Раз. Два. Да-да. Да ё-моё, я хочу именно в тот момент, пока он еще не доехал. О. Порядочно. Так, на корону полетели. Сбей флаг. Так, ладненько. Зёпа! А там еще и машина. Это сложно. Бля, это реально сложно. Ладно, здесь у меня хотя бы не ограниченное. Забить, я еще и скатился. В принципе, неудивительно, мой канал тоже скатился давно. Ауч. До свидания, да? Летаем в атмосферу. Да, хорошо, что я сразу сюда пошел, потому что здесь пиздец какой-то происходит. А теперь медленно. Медленно. Не спеша. А вдруг я снова проебусь? Как это обычно происходит. Бац. 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 Это, скорее всего... отсылка к этому. Gear... ой, как она называется? Metal Gear. О, вспомнил. Верный ход. Solid Move, да, вот. Solid Snake. За какое-то количество. Типа без остановок. Это было. Окей. Меня убило. Ага. Я должен коробки и коробки, да, передвигать. Ладно. Блин, а чё тогда? Как меня тогда камера тогда не заметила? А,
А, ёлку заметила. Служечно, служечно все делать вот так, чтобы по факту было все ровно, по факт. Тосты открылись, а значит и проход открылся. Да. Перехитрина. Бац. Так, 4 лунки. Полетели. Главное прятаться. Готово. Да, главное, чтоб ниндзя. Да, хорошо. Что выжить определенное количество секунд. Это вообще легко на самом деле. Ну, просто посмотрите. Типа мне даже не нужно лететь вперед, куда типа предлагают. Не трогай это. Cannot touch this. Просто на месте как бы простоять. О, заберите всех коров на родную планету. На родную планету забираем коров. Время улетать. Космический результат. No problem. Это тоже картина известного художника. Конечно же, я не помню, как его зовут. Но знаю, что есть. О, я могу... Шутите. Вы реально хотите, чтобы я проиграл здесь? Maddening Stroke. Ой, ты ж ё-моё. За 6? Раз. Два. Три. Ага. Как говорится, по сусыка. Блин, а как бы так вариант? Раз. И все. Тут не так много, на самом деле, вариантов. Вдохи мешают. Сука.
короче, мне главное вылететь, да? Дерьмово. Я поспешил. Фигово, фигово. Ну, блин, понимаете, к любому можно придумать тактику. Оп. Вот о чем я и говорю. К любому убить игроков. Так, а уберите. Все вон. You're out. Так, корона получена. Погнали в темную. О, сейфик. Сейф — это хорошо. Какие-то прожектора. Пипец, она коробка легкая становится. Давайте что делать. Ну, тут я точно, блин, нужно здесь шарики, короче, юзать. Перелететь. Вот так вот. Вот так вот. Два инбоксинг. Найс. Пять ходов. Раз. Первое, ящик уничтожает. Второе, я лечу. А как тогда можно придумать? Здесь понятно, что мне нужно по-любому рассыпать. Тоже типа неплохо. Могу я просто... Я могу отсюда, с этого угла, перелететь на ту сторону. Как вариант, слушайте. Давайте я сейчас попробую. Ай, блядь. Попробовал. Ну, возможно. Мне нужно, чтобы он взорвал так, чтобы полетел не в эту сторону, а в ту. Ай.
Хорошо. Чин-чин-чин. Агент, коробка, здравствуйте. Убей мафиози. Я теперь мяч, коробка. Как вам? Мой. Ну как же так? Сбей цель. До свидания, Хитмен. Да, есть отсылочки даже, видите, в названии. Да, мне еще много играть. Чего? Я понял. Типа, чтобы главное не упасть. Ты! Who are you? Блять, снова. Я типа 8 раз, да, могу использовать. Но мне типа. Не хватит. Мне кажется. Ну так можно идти. Хотя даже хватит. Perfect. Я просто лишний раз один нажал. Так, сбить кошаков. Что происходит? Это какая-то монстр-гусеничка. Я видел такой звук, типа все уже. Типа подохло. Никто не устоит, но он shall stand. Вот это, кажется, вот это и есть гусеничка, видите? А нет, тогда это вообще из другой игры. О. О, вора, мы прошли за 24 минуты. 24 минуты. Ах. Надеюсь, музыку мы быстро пройдем. Бип-боп. Поехали. Там токсичная какая-то. Ну, типа она самой ездит бесконечно, просто прыгать. Это не сложно. Ни хрена себе мне. Это же рандомно придется прыгать, да? Это не очень. Что-то мне кажется, я на этом застряну. И очень долго.
Ёпа-пуга. Добро пожаловать на концерт. Хочешь шутку? Давай. Какой самый старый инструмент в оркестре? Баян. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Поняли, ребят, баян. Ну а давайте сыграем, что ли, музыку. Да это легко, вы что, шутите? Давайте я запомню еще сложней. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Королевскую давай, поехали. А все? Тун-тун-тун-тун. Я забыл. А, все, да. Это как он называется? А, тоже игра такая есть, дисковая. Что за бред? Тун-тун-тун-тун-тун. Ну я правильно сделал. Здесь сложно остаться на месте. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я говорю, проблема в том, что он сильно отталкивается, и все. Ну, думаю, все поняли, что это за игра. Даже можно не объяснять. А и все, что ли? Ух ты ж, ё-моё. Это Guitar Hero? Так это вообще тоже не сложно. Это вообще легко. Гольф мастер. Дальше. Йоу. В смысле? Почему тогда, не понял, то что баг был? А ну-ка. Сейчас
Сейчас я покажу, о чем я. Ладно, нет, не покажу. Типа, я наступил только на одну и сразу перепрыгнул на другую. И мне засчиталось, и вторая тоже. Это легко. Музыкально на самом деле какая-то почему самая легкая и самая короткая, замечу. Музыкальный инструмент. Вот здесь кислота, да, вот. А это следующее. Доступ разрешен. Поехали. Привет, мяч. Целься хорошенько. Я виноват. Ох. Вот. Вот это как раз игра, о которой я говорю, что нужно было ломать все эти платформы. Супер. А, ну. Ладно. А как тогда сделать примерно? Готово. Скоро увидимся. Давай. Понимаете, компьютер даже уже сам понимает то, что мы скоро встретимся. И, друзья, в принципе, мы с вами тоже скоро встретимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.